петарда, как для пилота штурвал. Стильный оранжевый галстук мне верным спутником стал. В час, когда я улыбаюсь или на сердце беда, песня «Оранжевый галстук» вместе со мною всегда. Наши люди в булочную на такси не ездят. А наши ездят! Слушайте музыкальную информационно-развлекательную программу «Такси на Дубровку». Кто заказывал такси на Дубровку? Наши люди. Зоя Субботина и Марк Лепфиш. Такси на Дубровку. Радиоприемник. Вот это точно, да, в ваших ушах и на ваших глазах. Так, наверное, стоит сказать, потому что радио РУСА, это радио, которое слышно и видно. Соответственно, экипаж нашего такси Марк Лепфиш. И Зоя Субботина. И слышно, и видно. Друзья мои, присоединяйтесь к нам, www.rusa.fm. Будьте с нами всю нашу программу. Огромное количество новой музыки, хорошей музыкальной клипы, история. И, знаете, истории сегодняшнего дня, эти музыкальные сюрпризы, друзья мои, наши. Участвовать у нас парад огромное количество событий произошло именно сегодня, но об этом все по порядку. Кстати, друзья, я хочу еще раз вам напомнить о том, что если вы мечтаете о собственном жилье, у вас неважная кредитная история, и вам все отказали, друзья, когда все говорят нет, Лилиана Нефтин говорит да. Мечты должны сбываться. Моргидж брокер Лилиана Нефтин даст вам честные, профессиональные советы и проведет вас по всему непростому пути от начала и до закрытия сделки. Напоминаю, сейчас пока самая низкая процентная ставка в истории. Слово «пока» важное. Это точно. Звоните в реакте 718-809-36-39. Может, пришло все-таки время позвонить 718-809-36-39. А если вы работаете в таком медицинском направлении, как акупунктура,
Юра, то вот вам предложение на работу иглотерапевта с лицензией на право работы в Штатах Нью-Йорк и Флорида. Но для более подробной информации вы можете обратиться по телефону 718-344-7637. Друзья, это не последняя полезная информация, которая будет звучать в нашем такси. Мы по обыкновению полны советов, но не тех, которые бесплатно раздаются всем, кому нужно и не нужно. Нет, мы, как правило, знаем, какие есть вопросы, которые нужно решить, какие возникают проблемы, в которых стоит помочь. И у нас есть целый список нужных и важных для вас людей. Поможем вам разобраться об определенных проблемах. Ну и, конечно, выдадим массу легкой информации для того, чтобы хоть немножечко отвлечься от текущих событий дня, которые происходят вокруг нас. Давайте хоть ненадолго постараемся друг другу дать возможность узнать что-то интересное, любопытное, новое. Ну и, конечно, послушать классную музыку, как старую добрую, так и новую. Правда, иногда в новых версиях, в новых аранжировках. Но все это можно видеть у нас на экране. Поэтому смотрите нас и слушайте. Ну и всем желаем доброго пути и отличного настроения. На под вечер продираясь сквозь стул знакомых сплошных облаков и на лётное поле спускаться хмелее от встречи, захлебнувшись прохладой солёных балтийских ветров, я люблю возвращаться в свой город прокуренным гостем. Здесь такси на стоянке, которой уютнее нет, и чуть-чуть тормознуться на улице Сучьего Росси. В ожидании блеска мелькнувших вдали эполет. Боже мой, как люблю я домой возвращаться, как молитву читать номера ленинградских машин. С родной Петроградской у старой мечети встречаться, пролетая победа в ночам опьяненной души, льют дожди надо мной, над Невой и святейшим синодом. С той поры, как велел основать этот город Петровский указ, я люблю возвращаться, заранее зная погоду. Да потому что привык быть обманутым минуту за час. Но уйдем потихоньку, себе и другим незаметно. Авроре стоять и огням на растральных греть. Мы уйдем для того, чтобы пели другие поэты. И сияло, гремело оркестров начищенных медь. Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер, продираясь сквозь толпы знакомых сплошных облаков и на летное поле спускаться, хмелея от встречи, захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров. Захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров. В 49-м году в дворе осанисты жили декорации, визит, костюмы. Все, что осталось от Ленинского театра. Но, как известно, рукописи не горят. Нельзя также сжечь жизнь художника. Тема спектакля «Поющие мельницы» Соломон Холмс. Его бесконечный любовь к жизни и творчеству. Его запутанные отношения с женщиной. Преодоление вселенского страха. И цена, которую великий артист платит за вдохновение. Спектакль «Поющие мельницы» с участием звезд русского театрального мира пройдет в Манхэттене со 2 по 13 марта. Информация на сайте thesignalwindmills.com. Попали в аварию, подскользнулись, упали, получили травму на улице или на работе? Не отчаивайтесь. Адвокат Александр Карасик быстро поставит вас на ноги. Юридическая фирма «Карасик Ло Групп» успешно выбивает положенные вам деньги законным путем. Вам не требуется ничего платить до полной выплаты по вашему делу. С вас не возьмут денег за консультацию. Вам просто помогут получить максимум.
максимальную компенсацию в случае травм в результате аварий, падений, травм на стройке и в других случаях. Карасик Лоу Групп входит в организацию Super Lawyers, куда принимают лишь 5% адвокатов Америки. Только лучших из лучших. Звоните 844-ПОБЕДИМ или 718-502-91-12. 718-502-91-12. Александр Карасик. В суде, как рыба в воде. Соскучились по Тейси с Бейти? Хочется чего-то вкусного, сочного, колоритного.